Нет, конечно, ты что? Вообще не знаю. Поставьте что. Ну что, вот, Егор, какое блюдо. Прошу вас, друзья мои, кушайте. Днем рождения, Традиционно. Так у нас проходит день рождения. Традиционно. Все, я на лето. Спасибо. Так, у меня ложка есть? Спасибо. Здесь сироп, соус есть? Нравится? А ты еще не попробовал? Это интересный фарш. Там не так, у нее нет страховки никакой. Вот так вот сошлись, вот так вот.
Хорошо. Студию не сломай, пожалуйста. Они что-то дно порвало. Дома. С резинок венгерки вытащишь? Два. Это проверяешь, потом стреляешь. Очень интересно. Кто про дом? Учителей? Родителей? В наше время, да, может, две дни пока маленькие были, такого не было вообще даже момента. Всей журналистики это было записки, написанные на листочке рваном, и выкинуты на соседнюю парту. А что вещи там? Ну ты никого не останавливал. В наше время, да, может, две дни пока маленькие были, такого не было вообще даже момента. Всей журналистики это было записки, написанные на листочке рваном, и выкинуты на соседнюю парту. А что вещи там? Да. Хорошо. Ну, хоть ты поцал локоть или что-то. Ну, я не спотел. Рамбата Бузда. Да, сада мне вошли, да. Thank you.